есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Здравствуйте, мои дорогие! С вами вновь передача «Лаврские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях Ксения Сагань и ее бабушка Нина Андреевна. Здравствуйте! Здравствуйте! Очень рад вас видеть в нашей студии. Вы знаете, я не устаю восхищаться талантами, которые наша Россия дает миру. Вот. Прям буквально в любом доме, где бы я ни был, я сталкиваюсь с талантами, и очень всегда жалко, что кого-то не слышат. Вот. А кто-то, который не имеет таланта, пробивается на какие-то вершины. Ну вот наша передача, она как раз, может быть, это компенсирует, эту недостачу. Вот я с вами впервые столкнулся вот в Александро-Невской лавре. До этого я что-то слышал, но для меня как-то, ну, когда я услышал голос, как Ксения поет, меня это очень тронуло. И вот я пригласил вас на передачу, чтобы узнать, как вы живете, о чем поете. Вот. Ну, поближе с вами познакомиться. Я думаю, что и зрителям будет это интересно.
Ну, раз уж мы начали передачу с песни России, вот, может быть, поговорим немножко о нашей родине. Вот вы, Ксения, вы родились в Петербурге, да? Да, родилась я в Петербурге. У нас многодетная семья, у нас 7 детей. Ого! Я старшая. И я, да, самая старшая из семьи. Сейчас мне 18 лет. А поешь? А пою буквально вот как научилась ходить, как научилась разговаривать. Все, что мне нравится, все, что мне когда-либо, что я когда-либо услышала, и мне это понравилось, я запоминала, пела. И пою вот буквально вот с малолетства. А в семье кто-нибудь еще музыкальный у вас есть? Вообще нет. Конкретно музыкой занимаюсь только я. Остальные, они больше в спорт. Спортом занимаются. Но мне кажется, что если бы они учились, возможно, они могли бы тоже петь. Но им это, они не хотят, и... А меня это действительно привлекает, мне очень нравится это все. То есть ты хочешь как-то свою судьбу и жизнь сложить, да, с этим искусством, с песенным? Конкретно о профессии я еще не думала, но очень надеюсь, молю Господа, чтобы сложилось так, чтобы моя профессия была связана именно с музыкой, потому что это вот все для меня. Это для меня часть моей жизни, без которой просто будет то очень... То есть ты не можешь не петь? Да. Ну, это здорово. Ты в каком классе сейчас? Сейчас я учусь в 11 классе школы-интерната номер 1 для слепых и слабовидящих. Здесь у нас. Угу. У нас 12 лет в школе учатся, поэтому мне еще год остался. Ну, а так, там много в классе у вас талантливых детей? Вообще... Именно вот искусством, которое занимаются? Конкретно вот нас двое, именно тех, кто серьезно занимается этим, продолжает... У нас класс маленький, у нас в школе многочисленных классов не бывает. Максимум это 17 человек, а у нас в классе 7. 7 человек всего? Да. И двое — это я и мой лучший друг, с которым я знакома с 3 лет. Угу. Занимаемся музыкой серьезно. Здорово. А ты выступаешь сейчас? Вот, какие у тебя вот, ну, сейчас деятельности? Выступаю, когда вот меня приглашают куда-либо, вот очень люблю православные вечера какие-то, где я могу выступить и спеть. А также есть еще ДК Троицкий, с которым я связана, и они, когда меня приглашают, то тоже зависит от того, какой праздник. Военные песни, песни о России, песни о маме, зависит от тематики. Угу. Но пою именно то, что вот мне на душу легло. Это хорошо. А вот бабушке спрошу, какая у вас атмосфера вот в семье? Если многодетная семья. Да, да. Вы знаете, милостью Божией, слава Богу, что Господь дал, открыл нам тот свет, без которого мы бы не потянули все бы это. То есть наша семья православная. Вот. Живем мы все вместе. Мой супруг, дедушка их, Сергей Иванович, значит, зять Сергей Борисович, вот, и доченька Валентина. Вот. И вот они даровали нам на сегодняшний день семерых внуков, 3 внуков и 4 девочек. Вот. Поэтому, конечно, что без этого... наверное, бы нам не справиться, потому что когда вот Ксюшенька родилась первая, и когда мы сразу же было сказано, что девочка вот будет не видеть, конечно, что для нас первым был удар, но зная, что непосильного креста Господь не посылает, и поэтому, помолившись все вместе, собравшись, и сказали, если Господь, ты дал нам такую, в общем, такой крест, дай нам силу и возможности, значит, ну, чтобы все приложить для того, чтобы эта девочка, ну, могла радовать. Тем более, Ксюша родилась 6 ноября. Это день, когда чтится образ Святой Богородицы, всем скорбящим радость. И вы знаете, конечно, что не просто было все это, конечно, нам вспоминать все, но девочка...
росла. Вот, конечно, физически немножко она все там, конечно, тормозила. Было сделано много операций, но практически все, что сказали, смогли, все остальное уж как Господь уже управит. Но потом наши не то, что так получилось, что через годик родился у нас второй внук, вот Александр. Ну а потом, милостью Божией, через каждые два до пятерых. Вот. А потом, значит, была остановочка, там 7 лет, и еще Господь даровал нам Василису и Ивана. Вот. Поэтому, да, сейчас на сегодняшний день все семеро. Но живем мы все в одной квартире. Конечно, что с дедушкой как мы особо себе не принадлежим, потому что если надо во всем, у нас каждый вечер идет планерка. Кто завтра кого куда ведет, кого встречает, кого провожает, потому что дети все заняты. Вот. Ну, Ксюша учится в специальной школе для незрячих, но там же в одном же здании есть музыкальная школа. Поэтому с первого класса Ксюшенька приступила к занятию музыки. Удивительные педагоги, удивительнейшие, просто такая огромная благодарность всем тем, кто с таким терпением, с таким умением имеет подход, любовь к этим детям. То есть вот Ксюша, она вырастает в окружении прекрасных-прекрасных людей, учителей. Я очень благодарна за это. Да, педагогов, которые направляют и ведут ее как бы вот и по жизни. Конечно, и так и мы тоже дома. Ну, посещаем храм не каждый, конечно, воскресный, к великому сожалению, но детки знают, что такое исповедь, что такое причастие. И, конечно, если где-то в чем-то это самое, они знают, что надо исправляться. Спаси Господи. Да. Ну, мы говорили о любви к родине, к России. Ну, да. Да, да. Что-то все воспитывается, и патриотизм в вашей семье. Несомненно. Мы сейчас немножко прервемся. Да. Я хотел бы попросить Ксению спеть что-то. Вот, ты знаешь какие-то народные песни? Да, знаю. Есть русская народная песня «Ничто в полюшке не колышется». Споешь? Да. Давай. Ничто в полюшке где-то слышится пастушок напевал песню Господи. Какая глубина, да, в русские народные песни. Ой. Они мне очень нравятся, и мы и на хоре, где я занимаюсь, тоже нередко поем их. Ну, и так и собираешься, да?
продолжать петь? Да, собираюсь и хочу поступать в музыкальное училище, либо в Курское музыкальное училище специализированное, либо есть еще училище в Москве, Академия искусств. Это считается как высшее училище, куда я, честно, пока не определилась еще. Но вот мы сейчас собираем информацию, хотим поехать в Москву, чтобы на день открытых дверей, чтобы выяснить, что там и как. Так что вот собираюсь. Это хорошо, у тебя есть перспективы, да. Есть цели, это же хорошо, правильно? Да. И есть очень сильная поддержка, да. И молитвенная, да. И семейная. Да. Можно сказать, это тут такая ситуация хорошая. Да. А вот твоя слепота, она, как ты с ней смиряешься? Нет таких отчаянных моментов, что вот там кто-то видит, а ты не видишь? Или ты вот так смирилась, что по ощущениям? Конечно, вот. В основном я даже об этом не задумываюсь. То есть я живу, и мне это не мешает, я к этому привыкла. Но бывают иногда, конечно, такие мысли, что когда, допустим, кто-то видит красивую картину, и очень хочется ее самой увидеть, но зрение не позволяет. И все-таки... А ты что-то можешь себе представить? Представить, да. Вот, дай, слава богу, воображение у меня богатое. То есть есть образы, да? Да. И сны, и образы какие-то. Образы есть, есть маленький остаточек, который позволяет мне видеть свет солнца. То есть я могу отличить день от ночи. Это мне очень, за это слава Богу, это мне очень помогает. Прости, Господи, то есть ты не унываешь? Нет. Ну, слава Богу. Синее такое... небо, зеленую траву я тоже вижу, так что это еще большая для меня радость. Слава Богу. А в основном я с этим смирилась, и мне это ничуть не мешает. Конечно, есть некоторые трудности в ориентировке по городу, но я сейчас учусь в школе, и у нас есть специальный урок, так и называется, ориентировка, и меня стараются научить, как и что делать, как переходить дорогу незрячему, как ехать в метро и на общественном транспорте. То есть все это... Есть сейчас навигаторы, да, разные? Навигаторы? Да. Да, есть, но пока я ими не пользуюсь, у меня их нету. Но вообще существуют такие, да, говорящие. И которые видят какие-то предметы тоже, ну, вот посторонние на дороге. Потому что такое сейчас техника уже шагнула вперед. Это да. Такие, да, есть. Но вот я... У вас там в школе это еще не... Пока не практикуется. То есть нам рассказывают о том, что есть такие, но конкретно вот наша школа, она их не предоставляет. То, ну, ты сама-то, наверное, что-нибудь там уже изучаешь-нибудь. Ну... Пока дальше говорящего телефона, телефона с говорящей программой, у меня дело не дошло. Ну, тебе, наверное, некогда. Пока да. Потому что столько, наверное, такая загрузка и в учебе, и вот ну, подготовки, да, и музыкальной. Я ухожу из дома часов 7:30 и приезжаю где-то около 9 вечера, потому что музыкальная школа еще, а все это находится под одной крышей, это очень удобно. И поэтому я с утра до вечера в школе. 5 дней. Ну ладно, еще хотелось бы вот именно в этой передаче что-то услышать о России, о любви, о вере, что-то такое хорошее, доброе. Мне очень нравится творчество Анны Герман, очень люблю ее песни, и хочу исполнить одну из них, называется «Город влюбленных людей». Ты поешь акапелла, да, многие песни? Многие, да. Некоторые я пою под минусовки, но не ко всем они есть. А если есть, то бывают не очень качественными, поэтому акапелла пою. Ну хорошо, ну спой тогда вот эту песню. Здесь, на далекой планете, город влюбленных людей. Звезды для них по-особому светят, небо для них голубей. Белые стены над морем, белый покой и уют. Люди не ссорятся, люди не спорят, люди друг другу поют. Посидим, помолчим, все само пройдет.
печаль уйдет. Посидим, помолчим, не нужны слова. Виноваты мы, а любовь права. Если тот город увидишь, сразу обиды простишь. Словом напрасным меня не обидишь, ссорою не оскорбишь. Путь нам навеки осветит белого города свет. Пусть говорят, что на нашей планете этого города нет. Посидим, помолчим, все само пройдет, и растает гнев, и печаль уйдет. Посидим, помолчим, не нужны слова. Виноваты мы, а любовь права. Есть на земле этот город влюбленных людей. Спасибо, Господи. Вот к Нине Андреевне хотел вопрос задать. Слушаю. Вы говорили о том, что у вас семья православная, да? Да, да. А вы как пришли к православию? Вот меня интересует, знаете, так, именно православные семьи, как они там внутри организуются. Угу. Вот есть же люди, которые жили в Советском Союзе, вдруг узнали о том, что Бог есть, и все вот ринулись в церковь. Нет. А вот как вы, как вот у вас? Это, конечно, сложный этот вопрос, потому что, как говорится, крещённая — это я, вот и супруг, мы были с самого рождения, и дочку крестили в самом... Но, естественно, что не были воцерковленные, потому что времена такие были, этот самый, но были научены родителями, конечно, по чести жить. То есть творить добро, помогать, участвовать в жизни других. Вот как-то и это с нами было. Но были в поисках, конечно, именно вот той истины. Но в те времена, вот 80-е, 90-е, когда наш был как расцвет наш, тогда не было источника, где бы мы грамотно могли получить какие-то познания о Боге. Ни книг, ни какой такой информации. Зайдешь в храм, поставишь свечу, а как в смысле действовать дальше? Ну, Господь призвал, послушайте, тяжелой болезни вот меня. Была онкология 3 года. Поэтому Господь даровал мне жизнь, потому что я была на грани смерти. Вот. Но уже знала, Господь послал мне источник, благодаря моей специальности переплетчик, источник — это изданный закон Божий во Франции, переведенный. И вот когда уже постигла меня тяжелая болезнь, у меня уже была та зацепочка, что я знала, что есть исповедь, есть причастие, есть покаяние. Вот. И поэтому мне было 40 лет, Вале было 13, дочери. И, конечно, что это все Господь даровал мне жизнь. Я вот уже живу. Ну, потом и доченька начала, послушайте, потянулась в церкви, и супруг стали молиться. Все вместе. Вот как-то так. Эта беда нас сплотила особенно. Тем более в это время, милости Божией, было тысячелетие Руси, 89-й год, когда начались репритные издания, когда появились источники, когда можно уже было самообразованием, открылись храмы, что можно было прийти к священнику, то есть без боязни, а именно вот открыть, получить поддержку. Вот. И поэтому это с этого начиналось, это самое все. И пришел в семью тоже вот супруг моей дочери, вот Сережа. Как-то и он тоже мотался по жизни, а это вот именно попавший в нашу семью вот это окружение, и он пришел. И вот я же 15 лет отработала в Казанском соборе, милостью Божией. Вот. Когда действительно было послано второе испытание, вот рождение Ксении, это вот именно мы уже приняли это без всякого там зачем и почему. А так надо, в смысле, мы должны были это получить. И так, в общем-то, поэтому и начали
брак венчанный, и у нас с супругом уже спустя, конечно, многие годы, когда болезни, вот, и дочери. Поэтому мы поняли, что это тот, та наш путь, наша жизнь, которую мы должны ее прожить. И вот мы стараемся деток, практически у меня получается, что я и колыбельных-то не знаю. Я знаю Богородицу, я знаю Царицу Преблагую, Отче наш, и все дети у меня растут. Вот удивительно, в 3 года Ксюша великолепно знала Отче наш. Вот понимаете, это было такое поразительно. Вдруг мы все время с ней, и вдруг я слышу ее слова, она говорит их, причем без ошибки. Поэтому все. И все тоже как-то дети, вот вместо колыбельных засыпают, пеленаем их до какого-то времени, до года, когда укладываем спать. И с молитвой, и детки быстро засыпают так. То есть, слушай, какие-то там посылаются нам немощи, конечно, все сообща становимся на молитву и все упование на наших небесных покровителей, на Господа. Вот и так и живем, и радуемся. Бывают, конечно, всякие там огорчения, и синяки, и травмы, но все одолеваем. Ну, это жизнь. Да, это жизнь. Но в то же время это милость Божия, что Господь вас так призвал. Да. Через скорби. Да, да, да. Да, вы прошли такие испытания. Испытания. И теперь знаете цену, цену жизни и каждого момента. Угу. Поэтому, ну, да, учим. Да. Учим очень хорошо, детей, что у вас православная семья, очень хорошо, что вы друг за друга держитесь, да, молитесь. Да. Это очень... Очень тоже. Сейчас враг, он разделяет всех. Да. Вот очень нас как бы тоже в особых случаях, конечно, мы становимся все на молитву по соглашению. Когда у нас проблемы какие в семье возникают, у нас все дети тоже знают тексты, помимо этих 2 маленьких. Вот, и просим, мы именно Господь все управляет как-то. Спасибо, тоже. Господи. Да, слава Богу. Вот, дорогие мои, на этом первая часть нашей передачи вот, Ксении Саган и Нины Андреевны бабушкой вот, заканчивается. Мы встретимся с вами через неделю. Божьей вам помощи и ангела-хранителя. И побед над собой. Да. И чтобы не было ни уныния, ни печали в этом посту, а только радость духовная. Божья всем помощь. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи.